Всем спортивный привет! Пригнал на московский полумарафон. Уже завтра старт, а сегодня получение, вручение номеров. Ну и большое экспо. Посмотрите здесь, в Лужниках, возле зоны, на которой завтра прогремит стартовый пистолет. Здесь рядом большое экспо. И это табло со фамилиями участников. Посмотрите, люди, подходя, ищут именно себя, свою фамилию, свое имя, чтобы прикоснуться и стать частью этой большой истории. 21,1 километр, завтра старт, массовый, много тысяч бегунов и, конечно, отличная атмосфера здесь, в Лужниках. Сегодня был забег на 5 километров, который тоже прошел с большим размахом, около 5000 бегунов приняли участие в этом мероприятии. Ну а сегодня здесь чилят и готовятся, настраиваются полумарафонцы. Дистанция непростая, дистанция, к которой многие готовились годами. И посмотрим, как все это завтра будет происходить. Обязательно камера у меня будет с собой. Большой репортаж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Павильоны разных брендов. Это Гри, известный бренд спортивной одежды. Дальше Спортмастер. Мы видели магазины здесь представлены. Спортмарафон, Гант, Кинош, Ран. Зона, где можно подкрепиться, провести классное время с друзьями, с товарищами. Действительно, заряд огромный, когда начинаете только подходить к этому самому месту, и все чаще с каждым метром попадаются люди в спортивной форме, в футболках московского полумарафона, в других элементах, ну, типа таких людей. Понимаете, что это тоже спортсмены, тоже бегуны. И завтра вас объединит одна цель лишь – добежать, сделать это быстро, ну, или у кого-то нет таких целей. Но в любом случае получить удовольствие от большого массового спортивного события. И оно грядет. Обязательно напишите, кто тоже участвует. Расскажите об опыте своих забегов. Может быть, кто-то уже много марафонов, полумарафонов прошел. Это табло с фамилиями участников полумарафона завтрашнего. И возле него, конечно, ажиотаж, потому что все хотят найти именно свою фамилию. Это всегда интересно. Ну а здесь представлены фамилии участников сегодняшнего забега. 5 километров. И видим, что ажиотаж меньше, потому что свою порцию удовольствия, кайфа и адреналина наверняка эти люди уже испытали. Большой забег и большой праздник сегодня состоялся. Более 5000 человек в нем приняли участие. Ну а я приехал, конечно, за номером, за стартовым пакетом. И обязательно посмотрим, что в него входит. В Телеграме, кстати, вступайте обязательно, если любите спорт и тоже бегаете соревнования, участвуете в тренировках и прочее. Заходите в Телегу, ссылка в описании, будет докуплен канал по латинице. Так вот, активности много. И в чате рассказывали, что выиграли там, здесь какие-то прикольные подарки, подгоны. Пришла смс-ка позавчера от московского полумарафона. Надеюсь, все видно. Ваш номер наполовинку 14067. Это мой стартовый номер. И отмечу, что получать слоты свои, наборы, комплекты можно целых 3 дня. Это удобно. Проверка медицинских справок, потому что для участия, конечно, нужно проходить врачей. Проверили их, и теперь можно перейти к получению номера. Удобно, что именно на месте здесь, в зоне регистрации, можно сделать ксерокопию справки, потому что нужен оригинал, его следует предоставить, и можно оставить организаторам ксерокопию, чтобы не надоедать врачам, потому что срок обычно около 6 месяцев действия справки, насколько я понимаю. Также здесь регистрация на забег происходит, если остаются слоты, остаются места. Ну и узнать свой номер у фамилии, видимо, тоже можно. Также касса и детский забег, который будет проходить сегодня около 4 часов. Кстати,
кстати, отличный лайфхак. Футболки продаются вместе с слотами, когда вы бежите. Можете приобрести еще и фирменную футболку на этот конкретный забег. Всегда уникальный дизайн и прочее. Но лайфхак, они стоят. А, например, в этот раз, кажется, за 2400, что ли, я приобрел. Должны сегодня получить мы ее. А там сзади стойка с прошлогодними футболками. Так вот, одна из них, которую я покупал на питерском забеге «Северное сияние», сейчас за 1000 рублей продается. Но она была явно дороже в тот момент, поэтому те, кто желают сэкономить, отличный способ – это подождать и в следующем сезоне приобрести футболки, потому что они остаются. Ну, а пошел на регистрацию. Получил я свой стартовый пакет и номер, но еще футболка предстоит впереди. Отдельно получается она. Номер 14067. Ну, а я за футболкой. Это самое интересное. Всегда очень трепетно отношусь к этому моменту. Стартовый пакет получил. Номер тоже. И футболка, конечно, в этот раз. Она, на мой взгляд, по дизайну супер. Посмотрим. Кстати, производитель футболки известная компания GRI. Она очень авторитетная, уважаемая в мире бега. Но у меня, несмотря на этот факт, ничего от этого бренда до этого момента не было. Поэтому еще и такой будет, знаете, оценочный челлендж. Посмотрим, как футболка себя проявит. Завтра планирую именно в ней бежать московский полумарафон. Что внутри, в пакете, в голубом пакете. Чай, это даже забавно. Чай, пакетик. Такие дела. Далее из планов мне нужно обязательно гель взять, потому что совсем ничего не осталось с прошлого года. И куплю энергетические углеводные те самые гели. С собой завтра в сумку во время полумарафона возьму. Один из таких важных моментов, который действительно в беге цепляет, это поддержка. Много людей вокруг, которые не участвуют, но поддерживают. Это супер. Посмотрите, например, здесь можно нарисовать плакат, и людей с плакатами очень много во время больших забегов, и получить за это атрибутику московского полумарафона. Классная идея, и мне кажется, очень интересная, интересная затея. Посмотрите, там рисуют не только дети, но и взрослые с большим удовольствием, а затем завтра будут стоять, танцевать, поддерживать, плясать и все прочее. Повстречал много знакомых, ну и тусовка сегодня здесь хороша. Большая площадка. И еще раз повторю, что в прошлом году в Лужниках в августе, правда, участвовал в полумарафоне аналогичном. И не так много людей, и не так много компаний были представлены тут. И в Питере на известном полумарафоне «Северное сияние» констатирую, что тоже не так все это масштабно происходило. Ну а сегодня абсолютно точно здорово. Посмотрите, сколько всего я накупил. Сейчас вытащу. Набор на завтрашний полумарафон. Несколько гелей из этих возьму. Конечно, все не поместятся. Прикупил себе от Power Up два вкуса. Опробовать и протестировать от SIS. Уже более такие проверенные временем варианты с кофеином. В частности, 150 миллиграмм. Меня это привлекло и показалось, что здесь это может мне завтра помочь где-то ближе к финишу. Взял себе на пробу, на тест от компании SIS изотоники в таблетках. Они растворяются в воду, в бачок, с собой в напиток их добавляете и
вкус, ну и микроэлементы, которые есть здесь, тоже они вам помогают. Далее, солевые таблетки. Насколько понимаю, жевательные, ни разу ими не пользовался. Жевательные солевые таблетки, и вряд ли завтра они пригодятся. Но в июне 11 числа я бегу марафон «Белые ночи» в Петербурге. И полагаю, что там-то на марафоне 42,2 километра эти штуки могут быть полезны. Поэтому тоже решил взять. Ну и магнезиум. Магнезиум, который с апельсиновым вкусом, который тоже не пробовал и не тестировал. Как раз эту колбочку, вероятно, завтра возьму с собой. Вдруг что? Напиток с магнием и ароматом апельсина. Спортивным питанием закупился, слот получил, футболку фирменную от московского марафона тоже. Остается менее суток, уже завтра стартуем. И, кстати, покажу, что на этой стене есть и я. Рассказывал о ней. Фамилии спортсменов, фамилии бегунов размещены на этой, на этом табло. Моя фамилия, мое имя здесь, на этой стене, и уже завтра стартуем на 21,1 километр. Большой полумарафон, огромная радость для спортивного города. И обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять и не пропустить следующую серию, где сама гонка, где сам забег, где сам полумарафон. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому выпуску, скиньте друзьям ссылку, пускай тоже посмотрят. И еще важно, у меня периодически на канале проходят классные спортивные конкурсы и розыгрыши. В частности, сейчас дарю лыжи Fisher. Условия простые: поставить лайк, подписаться на канал, написать в комментариях, что вы участвуете, ну и скинуть ссылку друзьям. Ну а дальше, думаю, что к следующим стартам, быть может, кроссовки разыграем. Какие-нибудь модные, суперские. Поэтому подписывайтесь. Увидимся завтра. Следующая серия.